Сьогодні до нас завітав співорганізатор проєкту «Свято подяки» Віталій Чорнозуб. Вітаємо вас! Добрий день, доброе утро. Свято подяки. Я думаю, що усіх на слуху, це можна сказати навіть західне свято, День подяки, коли всі кажуть один одному дякую за те, що ти є, дякую за любов, за взаєморозуміння. Що у Миколаєві буде проходити і як це свято буде адаптовано під наше місто? Смотрите, прежде чем, наверное, говоря о 23-24 числа, когда у нас будет проходить Свято Подяки, праздник Благодарения, хочется сказать, наверное, то, что благодаря указу президента в 2016 году было узаконено, чтобы 17-й год он был юбилейным годом празднования 500-летия реформации. Поэтому по всей Украине в каждом городе были созданы оргкомитеты, такие рабочие группы, в которые входили евангельские служители, будем говорить, люди, которые верующие, которые были направлены на то, чтобы 2017 год сделать таким праздничным годом. И уже оглядываясь назад, можно сказать, что в нашем городе уже прошло очень много массу различных мероприятий. Эти мероприятия, они были начаты где-то уже с января месяца, это Рождество, это Пасха. У нас был масштабный проект, это День семьи, когда, можно сказать, что все люди, можно сказать так, собрались на соборное, было шествие, и где, будем говорить, было провозглашено, что семья – это мама, папа и дети. И очень много было разных инсталляций, было очень много детских программ, очень много было подарков. И, конечно же, говоря обо всем этом, ну, надо сказать, что мотив всего этого, всех этих праздников, которые были на протяжении всего этого года, это было принести людям радость. Принести людям радость, счастье и, конечно же, зарядить хорошим позитивом. Одна из таких важных целей, наверное, хочется еще добавить, что является это людям донести вот вечные ценности. Есть те вечные ценности, которые неизменимы, они постоянно присутствует, независимо от того возраста, в котором человек живет, или независимо от местности, где он проживает. Эти вечности, они всегда присутствуют. И Свято Подяки – это одна из таких вот вечных ценностей, которые мы будем праздновать, напоминать людям и сами себе напоминать, прежде всего, чтобы мы пришли, как вы уже сказали, вот, сказать слова благодарности, прежде всего, тем людям, которые нас окружают, сказать слова благодарности обществу, в котором мы живем. И самое главное – это сказать слова благодарности тому, от которого зависит наша жизнь. И поэтому в принципе всего праздник Свято Подяки – это праздник благодарения. Сказать, прийти, сказать спасибо Богу. И поэтому, конечно же, мы приглашаем всех жителей города Николаева. Приглашаем на этот праздник, на это торжество, для того, чтобы мы все вместе вот, могли собраться на Соборной площади и сказать слова благодарности тому, от которого зависит наша жизнь. А знаете, еще давно, где-то, наверное, лет 5-7 назад, я прочитал одну интересную статью, цитату одного знаменитого человека, Зинедина Зидана, вот, сейчас он уже тренер, футбольный тренер, и он когда-то вот сказал, что я плакал в детстве очень сильно из-за того, что у меня не было кроссовок. Говорит, до тех пор, пока я не увидел мальчика, у которого нету ног. Вот, знаете, вот эта цитата меня подтолкнула к тому, что мы действительно очень мало благодарим. Благодарим за то, что у нас есть. Благодарим за то место, в котором мы живем. Благодарим наших родителей, наших семей. Благодарим вообще наших друзей. Мы больше, в принципе, направлены на то, чтобы нам уделяли внимание. И, конечно, одна из таких ценностей этого праздника – это научиться нам поступать совершенно по-другому. И, в принципе, празднование 500-летия реформации, оно принесло вот это изменение, потому что тогда, 500 лет назад, будем говорить, та Европа, в которой была, она была в очень тяжелом состоянии, были тяжелые времена. Вот. Но когда люди получили, будем говорить, Священное Писание, получили Библию на доступном им языке, когда они начали читать, они поняли, что оказывается, все, что они делают, независимо, где бы они находились, они это могут делать как для Бога. И поэтому любой ремесленник, который стоял за своим ремеслом, он понимал, что совершая этот труд, делая этот труд, он делает это для Бога, независимо от того, где бы он ни находился. Поэтому сегодня мы хотим также
Вот, не только словами, но и делом показать, что мы способны, мы можем также сделать и наш город лучше. Таким образом, не ожидая, что кто-то сделает, а своим личным примером. И один из принципов – это действительно, когда, если ты хочешь, чтобы тебя уважали, начни ты уважать. Хочешь, чтобы тебя научили, чтобы тебя ценили, научись ты ценить других людей. Хочешь жить в чистом городе, научись самому, Зробити це місце да, чистим. сделать это место чистым, конечно. Это эти принципы, и, конечно же, 23-24 число, которое у нас будет проходить, Свято Подяки, оно будет начинаться с детской программы в субботу в 11 часов дня на протяжении целого дня, где будут разные квесты, будут разные ярмарки, представления, то есть разные программы, то есть будет очень интересно, будет сахарная вата, то есть батуты будут стоять. То есть все для того, чтобы родители могли прийти со своими детьми, получить радость, получить удовольствие, зарядиться еще этим позитивом. И, конечно же, опять же, если мы это проводим как бы в понимании того, что это праздник благодарения, то наше желание, чтобы мы ушли с этого праздника с чувством благодарности тому, который дает нам эту жизнь, который вкладывает в нас все необходимое. И, по сути, если вот даже так вот поразмышлять, подумать, если бы на сегодняшний момент произошло так, что все то, что в меня вложено, то, что мне дано Богом, это было бы забрато сейчас, то с меня бы ничего бы не осталось, потому что все, что у меня есть, все, что в меня вложено, это все дано Богом. Это моя семья, это мои дети, это моя жизнь, это все, что вокруг меня окружает. Поэтому нам есть за что благодарить Бога, нам есть за что прийти и сказать спасибо Ему, потому что мы В першу живем, чергу за життя. да, в первую очередь за жизнь и за то, что мы имеем. Поэтому, конечно же, надо прежде всего научиться быть довольным тем, что мы имеем. Это самое главное, потому что если я не научусь быть довольным то, что у меня есть, я не смогу быть благодарным. Не смогу быть благодарным ни Богу, конечно же, и тем людям, которые меня окружают. Поэтому этот праздник направлен на то, чтобы действительно людям принести радость, принести счастье, и чтобы мы могли вместе, жители города Николаева, собраться и сказать слова благодарности Богу. И самое главное, что у нас в воскресенье будет продолжение праздника, уже тоже с 11 часов, будет уже детская программа, там же на Соборной площади будут различные инсталляции, будут различные фотозоны, где каждый может подойти, сфотографироваться. Мы планируем из овощей и фруктов сделать карту Украины, вот, на которой можно будет подойти с семьей и сделать фото. Кроме всего, у нас 17:00 будет такая кульминационная программа в воскресенье, когда со сцены будет звучать христианская музыка, где будут слова приветствия звучать, где будут розыгрыши, лотерейные розыгрыши подарков людей, которые оформят, запишут лотерейные билеты, и они будут принимать участие в этой лотерее, и для них это будет тоже таким хорошим сюрпризом. А кроме всего, мы планируем для того, чтобы на Соборной вот угостить людей. Мы хотим угостить людей, и прямо на Соборной мы планируем поставить большие казаны и приготовить, прямо там приготовить в большом количестве плова на 2000 порций, на Ого. 2000 человек, да. Поэтому обязательно приходите, и каждый человек, я думаю, получит свою порцию, и это будет таким хорошим нам напоминанием вот этого всего праздника, Свято Подяки, который будет проходить у нас 23-24 числа в городе Николаеве. Ми маємо презентаційний ролик запрошення, який також хочемо запропонувати до перегляду нашим телеглядачам. Уважаемые горожане и гости города, приглашаем вас на яркое событие осени 2017. 23 и 24 сентября на Соборной площади Николаева состоится общегородской праздник благодарения. Вас ожидают яркие и насыщенные события. Детская программа, фотозона, выступления музыкальных коллективов, викторины и подарки. Приходи всей семьей 23-24 сентября на Соборную. Начало в 11:00. Яркая кульминация праздника 24 сентября в 17:00. Велика і масштабна програма у вашого свята подяки. Хотілося б дізнатися, що, мабуть, у великій команді, дружній команді створювалося це свято. Конечно, да, в оргкомитете было принято очень много людей, которые приняли участие для того, чтобы этот праздник он состоялся.
Вот. И мы плотно поработали. Это представители евангельских церквей нашего города Николаева, которые собрались вместе, и мы общими усилиями хотим сделать такой вот праздник для жителей города Николаева, чтобы каждый человек, который придет, он мог действительно унести вот эту частичку благодарности, вот эту частичку счастья с нашего праздника, с нашего общего праздника. Поэтому, конечно, очень большой труд, очень много времени было затрачено, но мы хотим таким образом, чтобы действительно для нас, для нашего города, мы могли проводить как можно больше таких вот праздников, для того, чтобы человек мог больше уделять внимание важным вещам, потому что главное в жизни должно быть главное. Вот, чтобы мы со всей нашей суеты, нашей жизни, мы не забывали о том, что есть Господь, есть Бог, который над нами, который желает нам всего лишь всего самого лучшего. Поэтому от нас, верующих людей, христиан, которые живут в нашей стране, нам необходимо просто сказать слова благодарности Ему. Поэтому я благодарен той команде, которая у нас есть, которые подключились к этому труду, за то, что мы можем вместе совершать этот труд, за то, что мы нашли точки соприкосновения в сотрудничестве для того, чтобы сделать вот этот праздник в нашем городе. И мы надеемся, что это не будет последнее, что мы в дальнейшем будем проводить различные мероприятия, акции в нашем городе различного вида, различной формы. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Я думаю, що жителі нашого міста усім загалом зможуть суботу та неділю сказати дякую Господу за те, що ми живемо, за те, що у нас є. Сказати один одному дякуємо за взаєморозуміння, за взаємоповагу. І дякуємо всьому світу за те, що ми живемо під мирним небом. Нагадую, що сьогодні до нашої студії завітав співорганізатор свята подяки у місті Миколаєві Віталій Чорнозуб.